акция жопка, пацаны. Сегодня мы будем делать сливочный... Пивас. Но для начала ебучие ингредиенты для нашего зелеварения. Масло сасла. Сахар, замороженное молоко мамаши, просто молоко мамаши. И вот эта штука, я забыла, как она называется. Короче, здесь делают зелье нахуй. Рискуем, закидываем туда рандомно, допустим, 2 столовые, ну может это для кого-то чайная ложка сахара. Пошел нахуй, видос, в смысле, да, видос тоже идет. Бля, я только что сматерился, не впланово. Еще нам понадобится наш вибратор. Нам все хватит, все будет заебись, блядь, я черный маг, нахуй. Топим сахар на медленном огне, иначе на резком случится невкусно. Так как у нас магический ролик, я отрастил себе в очередной раз член. Потому, кстати, вам тоже придется отрастить третий член. Иначе у вас не получится мешать карамели. Ее обязательно надо мешать всеми руками. То есть две руки. Одна рука держит ложку, вторая рука держит сотейник. Нет, это не сотейник, это магическая штука. И вы должны ебошить. Ни в коем случае нельзя оставлять это дело. Кажется, бля, кажется, все идет не по плану. Бля, 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 магия пошла не по плану. Бля, нахуй. Ну ладно, черное пиво, так черное пиво, мы не расисты. И ловля по черной магии. Мы просто устраиваем геноцид маглов. Все правильно, все нормально. Ну что, пацаны, нахуй кухню? А нет. Ты глянь, работает нормально, работает так-то. Ставим это все сюда. Продолжаем на медленном огне херить. На всякий случай реально это делать на медленном огне. В общем, не приебитесь на следующем этаже, как я, и убирайте, как только оно доходит до золотистого цвета ваших яичек. И... Вообще не по плану пошло, пиздец, блядь. Оборотное зелье нахуй, походу придется переделать. А ну мы с вами профессионалы, мы с вами ничего менять не будем. Бля, знаете что, ну нахуй, я это глотать не буду, переделаем по новой.